Автор Авзыбаева Айдана, 5 Г класс, Абдорская гимназия. Я помню и горжусь. Я помню деду, что защищал мою страну. Я помню бабушку, ту бабушку, что ради своих детей сделала все. Я помню всех, кто ради нас старался. Я помню тех, кто не сдавался. Я помню тех, кто ради своих родных жизнь и душу отдавал. Я помню тех, кто сделал все и не сдавался. И ими всеми я горжусь, и лишь они героями были, и лишь они душами светлые. Они могли остаться без награды, но им она и не нужна была. Они получали все своим трудом, не так, как сейчас. Они не плакали из-за неудач, они старались не сдаваться. Они были бедны деньгами, но богаты сердцем. На грани смерти выжили и продолжают жить. Отбрасывали все дела, если их близкий умирал. Не бросали в беде, знали, что такое добро. Они не кричали вслед плохие слова, они просто отпускали. И именно ими я горжусь за всю их смелость и добро, за их стойкость и силу.